Так, я внезапно оказался у Илюхи в гостях в Бруклинс-клубе. Он почему-то, кстати, на свой GT4 мой номер повешал. И еще вот у него здесь такой лайнап автомобилей. Но меня интересует только вот это. Потому что что? Потому что заберу. Ну и что, первое правило стринговода какое? Знаешь? Первое правило? Выхлоп нажать, чтобы отстрелы были. И в рейс натыкать. Как там? Оп-оп-оп. Все. О! Теперь в порядке. Кстати, как-то это нужно сделать, тут М2 нету. Значит, начнем с того, что мы в рейсе. Да. Потом мы стабы выключаем. Потом мы нажимаем кнопку М. Вот там вот М кнопочку, видишь? Вот это вот, да. М. Сюда. Теперь мы два лепестка на себя. Твою и держим. Мать. Нажимаем еще передний, этот правый лепесток. Вот О. Теперь все. Вот теперь хорошо. Я не запомнил. Придется руководство. Тем временем случился еще один дроп, вот такой, со злобной черепушкой. Рядом еще Серега затесался. Но здесь Макс во всей красе.